зимняя блесна Aqua Sensei. Вот такая, довольно крупного размера. Светофорчик. И главное, как она играет. Давай смотреть. И попутно я буду рассказывать о ней. Такая довольно крупненькая блесенка. Давай смотреть для начала на коротких взмахах. И на больших взмахах. Судак точно ценит. Она старается постоянно перевернуться. Можно также на нее подсадку сделать в виде тюльки. Но, как по мне, она и так замечательно играет. Поведение сенсея в воде непредсказуемо, особенно на глубине. Максимальных результатов удалось добиться при зимней ловле судака на озерах и водохранилищах на глубинах от 8 метров. Блесна сенсей позволит облавливать все горизонты глубин от поверхности водоема и до самого дна. На данный момент существует три расцветки для различных условий освещенности и прозрачности воды, которые позволят вам подобрать оптимальный вариант для конкретных условий ловли и сделают блесну максимально заметной для рыбы. Все блесна от Aqua оснащены высококачественными японскими тройниками Ultra C с флуоресцентной или люминесцентной каплей, значительно увеличивающие количество поклевок сравнительно с обычным крючком. И визуально блесна отлично, и игра замечательная. Уверен, судак и бёрш оценят. Также с крупным окунем.